Властям самопровозглашенной Донецкой республики удалось предотвратить покушение на Надежду Савченко во время ее недавнего визита в Донбасс. Об этом сегодня заявил глава ДНР Александр Захарченко. Бывшая заключенная, которая после помилования в России вернулась на Украину, на днях приезжала в зону конфликта на сторону подконтрольную Киеву. Украинские спецслужбы, как утверждает Захарченко, планировали сделать так, чтобы Савченко оттуда не вернулась. Когда мы узнали о том, что спецслужбы Украины готовят операцию по ликвидации Савченко на линии разграничения, чтобы потом свалить это на нас, мы провели свою операцию, доведя эту информацию до Савченко через СМИ. Информация, судя по заявлениям Савченко, до нее дошла. Дошла она и до спецслужб, которые после такой засветки отказались от своей операции или перенесли. Во всяком случае, я думаю, что Савченко, когда была в зоне так называемой АТО, доехала не дальше, чем до Изюма. Все это руководитель ДНР рассказал во время онлайн-конференции с жителями Запорожья. Захарченко уже не впервые общается таким образом с регионами Украины. До этого были прямые линии с Харьковом, Одессой и Херсоном.